Итак, здравствуй, дорогой коллега, с вами интернет-проект Фаберлик Онлайн и сооснователь проекта Кононова Аня. Почти 3 года назад я пришла в компанию и, вы знаете, добилась ошеломительных результатов только потому, что я всегда ко всему относилась внимательно, не только к каждому новичку, но и, конечно, ко всем новостям компании и к информации о компании. И сейчас у нас будут с вами первые шаги, с чего начинается работа именно через интернет. Видео будет длинным, но если вы хотите стать как можно быстрее директором, то я прошу вас досмотреть его до конца и проделать все эти действия. Итак, первое, что нам с вами нужно, это пройти на такой вот сайт Faberlic Online Info. Это наш старт. Туда можно зайти сразу же после первого активационного заказа. Во-первых, вы можете познакомиться о проекте, с нашими достижениями, с историями, с основными правилами и так далее. Далее вы можете ознакомиться с разделом «Старт новичку», да, то есть посмотреть маркетинг-план, правила построения структуры, подписка на рассылку, часто задаваемые вопросы и так далее, и так далее. Далее вы сможете проходить такое вот обучение, да, то есть после того, как вы зарегистрируетесь на этом сайте. Далее вы можете посмотреть про все акции, какие у вас есть. Программа «Турборост» – это именно от интернет-проекта. Она заключается в том, что вы, если активируете свой регистрационный номер в течение 24 часов с момента регистрации, то есть сделаете минимальный заказ, то наставник вам будет помогать строить вашу структуру, и вы быстрее выйдете на директора. Далее вы можете ознакомиться с акцией для новичков. Тут всегда актуальная акция. Каждый каталог, подарки для новичков разные. Далее вы можете познакомиться со стартовой программой. Стартовая программа начинается с акции новичка. Первый шаг всегда разный. А шаги 2-9, они всегда идут одинаковые. Да, ознакомьтесь с подарочками, которые идут на вы. А также вы можете участвовать в накопительной программе Faberlic Club. За каждый заказ вы будете получать подарки. Это 100% гарантия подарков именно за каждый заказ. Далее вы можете участвовать в VIP-привилегиях, и вы можете ознакомиться, что же это за VIP-статус. Да? Самое главное преимущество VIP-статуса – это то, что вы можете получать регистрации от компании. То есть вы можете участвовать в VIP-распределении. Далее вы можете познакомиться с акциями каталога. Это обзоры от наших директоров. Вот. И, конечно же, вам, я думаю, будет очень удобно, что это все собрано в одном месте. Итак, давайте же я с другого браузера зайду, так как я уже тут вошла в вход для консультантов. Я хочу вам показать ваш путь. Да, то есть давайте я вставлю ссылочку и нажму Enter. Да, когда вы копируете ссылочку, вы нажимаете Enter. И вы попадаете на сайт Faberlic. На самом деле этот проект международный. Это самый первый наш проект международный, где вы можете зарабатывать из разных стран мира, получая информацию от нас, как будто бы мы рядом. Да? Далее хочется сказать, что компания официальная, легальная. Она 20 лет на рынке, входит в ОПП. В компании есть мультилевер маркетинг, это построение, да, это значит, что мы не линейная компания, мы получаем хоть 100 уровней в глубину, да, не 3, не 5, а хоть 100, хоть 200 уровней в глубину, и это нужно обязательно знать. Далее мы с вами, наше первое действие, это мы нажимаем «Вход для консультантов». И сюда мы должны ввести свой регистрационный номер и свой пароль. Первый ваш пароль вы можете скопировать прямо вот из этой линеечки без точечки. То есть первый ваш пароль – это Faberlic Online.
Итак, давайте же введем его и нажмем «Войти». После того, как вы вошли на сайт, вы уже понимаете, что у вас есть ссылочка на ваш собственный сайт, который вам выдается бесплатно от проекта Фаберлик Онлайн. То есть этот сайт разработан именно основателями проекта Николаем Андрейко, Татьяной Сафроновой и Анной Кононовой. Итак, когда мы с вами проходим по этой ссылочке, мы с вами видим свой личный сайт. Да? То есть я сейчас зашла под другим консультантом, не под собой. И, конечно же, он немножечко такой... как вам даже сказать, недозаполненный, да, и нам нужно сюда вставить обязательно свои данные. Во-первых, что нам нужно понимать, это то, что у нас должна быть тут фамилия, имя, отчество, обязательно свой телефон вставляете, почту, вот с почтой будьте очень внимательны. Вот какая у вас тут почта, такая почта у вас должна быть и в личном кабинете. Давайте с вами сейчас посмотрим личный кабинет. Да, обязательно посмотрим с вами личный кабинет. И в личном кабинете есть раздел «Личные данные». Вот тут обязательно нажмите на «Контактные данные». И в контактных данных обязательно посмотрите, полностью или без ошибок совпадает ваша почта. Почему это важно? Потому что вы вот на этот сайт будете получать вот сюда регистрацию, да, то есть регистрации будете получать. Поэтому, если тут что-то не актуально, то вы можете не получать регистрации сайта, а это уже минус ваш рост получится. Поэтому будьте внимательны. Далее вы сюда заполняете свой скайп, именно логин своего скайпа. Да, то есть мой скайп, он у нас, допустим, вот я могу нажать на себя и могу увидеть, какой у меня скайп. Да? Мой логин Анна 198 5 троечек. И вот этот скайп я вставляю именно сюда. Да? Далее ссылочку ВКонтакте. Нужно обязательно давать правильные ссылочки ВКонтакте. Вот прям обязательно. Да? То есть вы заходите на свою страничку, к примеру, ВКонтакте. И нажимаете на свое имя, да, то есть вот это неправильная страничка, вам нужно нажать «Моя страница», и вам нужно скопировать вот данную ссылочку и вставить ее в сайт, да, то есть вот таким вот образом, да. Далее «Одноклассники». Также вы заходите в «Одноклассники», минуточку я наберу, вы заходите в «Одноклассники», заходите в «Одноклассники» и также не вот эту ссылочку копируете, а нажимаете на свое имя и фамилию, и у вас появляется правильная ссылка на профиль. Да? То есть вот она, правильная ссылочка на профиль. Вы ее копируете. Так, минутку, тут какая-то решеточка появилась. Давайте-ка мы с вами перезагрузим. Да, то есть копируете эту ссылочку и обязательно вставляете. То же самое с Фейсбуком. То есть вы нажимаете на свое имя, фамилию, и у вас выходит ссылочка на Фейсбук. Обязательно во всех трех соцсетях вам нужно завести брендовые странички, которые вы не будете, с которых вы не будете работать, а просто их будете наполнять своими результатами, чем-то хорошим о компании, будете добавлять на них кандидатов на регистрацию в дальнейшем, будущих, как сказать-то, даже ваших директоров, да, которые к вам придут. Давайте же с вами посмотрим, да, то есть я сейчас войду в Facebook в свой, и мы с вами, вот, да, то есть вот ваше имя, вы нажимаете на свое имя, у вас появляется ссылочка на ваш профиль, и вы спокойно вставляете эту ссылочку в свой профиль, да. То же самое, WhatsApp, номер WhatsApp, да, Viber, номер Viber, Telegram, номер Telegram. Обычно Viber, WhatsApp, Telegram,
всегда делаются на один сотовый телефон, чтобы вам было удобнее, что у вас можно найти по одному номеру везде. Да, то есть нежелательно заводить на разные номера Viber, WhatsApp, Telegram, чтобы вам было самим удобно. Это легкие программки, с которых можно сидеть во всех соцсетях. Ну и что такое email Telegram? Это для оповещений, если вам придет регистрация, она вам продублируется именно в Telegram. Ссылочку на видео, как настроить Telegram для оповещений, вы найдете прямо под этим видео. Итак, если вы все заполнили, также вы можете сменить логин и пароль. Можете сменить логин и пароль на свой, какой вы хотите. И вам он придет на почту. Да, то есть новый пароль и подтверждение нового пароля. Пожалуйста. Да, то есть тут вы можете заполнять, можете не заполнять. Дополнительные скрипты, если вам хочется, пожалуйста. И цитата. Эта цитата у вас будет видна наверху. То есть вот тут сейчас будет просто ваш консультант, мои контакты. А тут вы можете, допустим, написать любую цитату. Я напишу дефис нашего проекта. Все, что можно представить, можно осуществить. Да, осуществить. Так, опечаточка. И нажимаем «Сохранить». Когда вы все это заполнили, вы можете спокойно нажать «Сохранить». И написано: «Параметры сайта сохранены, изменения вступят в течение 30 минут». Да? То есть через полчаса, когда вы будете перезагружать свою страничку, у вас уже, видите, как красиво получается. Далее, что же вам нужно? Вам нужно обязательно загрузить свою фотографию, да, то есть вы выбираете файл на рабочем столе и загружаете ту фотографию, которая вам нравится, да, то есть я буду загружать сейчас фотографию человека, которому принадлежит данный сайт, да, ну вот, наверное, вот эту я загружу, нажимаю «Открыть». И нажимаю «Сохранить». Да, вот такая вот фотография, да, то есть и уже приятнее смотрится сайт, да, то есть давайте с вами посмотрим, перезагрузим страничку, то есть вам его нужно немножечко как бы, да, вот смотрите, как красиво, да, то есть вот это хозяйка сайта, а это ее мама, да, то есть, ну вот, в принципе, мы с вами все увидели, да, и давайте нажмем теперь раздел «Мои контакты», и как вы видите, я заполнила ссылки на страничку, и люди, нажимая на ссылки на страничке, могут спокойно вам задавать вопросы прямо в соцсетях, да, вот почему нельзя, чтобы эти странички блокировались, чтобы с них работать, да, то есть нужно обязательно... Вот, нужно обязательно, чтобы вы могли контактировать со своими людьми, да, то есть напрямую. Давайте нажмем ВКонтакте, да, то есть написать сообщение. Человек нажимает написать сообщение или добавить меня в друзьях, и я сама, допустим, этому человеку отпишусь. Вот таким вот образом. Да, также вы видите слово «блог», да, вы видите слово «блог». И сейчас мы с вами будем смотреть, что же такое слово «блог». Ну, во-первых, давайте с вами пробежимся. А тут у вас будут заявки с форм, да, как вы видите. Это мы проверяли заявочку с форм, и вам нужно обязательно заявочку с формы проверить. Давайте же нажмем «Зарегистрироваться» и проверяем, да. Давайте отправим буквы «О» везде. Вот, это для того, чтобы вы смогли сейчас... спокойно, да, спокойно проверить, приходят ли регистрации именно в ваш лендинг, в ваш сайт, который вам подарил проект.
Да, это очень-очень обязательно. То есть давайте с вами перезагрузимся. Как вы видите, регистрация пришла. Значит, сайт ваш функционирует, и вы его можете давать при рекрутинге в соцсетях. И это очень важно. Да, сами понимаете, что без сайта это все равно, что, ну, я не знаю, человек без одежды, да. Сейчас те, кто открывает бизнес в интернете, конечно же, не уважаются, если у него нет собственного лендинга. Конечно же, к нам приходят на работу мамочки в декрете, пенсионеры, да, то есть много очень людей, да, с разными профессиями. И, конечно же, не всем легко создать свой личный сайт, да, чтобы человек мог бывать на этом сайте и принять решение, будет он тут работать или не будет. Так ведь? Вот. И, конечно же, интернет-проект Faberlic Online разработал данный сайт специально для того, чтобы новички могли спокойно пользоваться сайтом своим, как визиткой, и регистрации будут приходить именно им на почту. Итак, далее. А тут у вас будет в дальнейшем список консультантов, которые у вас делают заказы и так далее, и так далее. Да? Вот. Далее, значит, мы с вами можем перейти на сайт, посмотреть, да, то есть если мы перейдем с вами на сайт, то мы попадем тут, где мы редактировали, да, на свой лендинг, как он выглядит, посмотрим. А далее мы с вами можем написать список постов. Это как раз тот самый блог, о котором я говорила. Да? То есть вы можете постить сюда все, что вам захочется. Вы добавляете, к примеру, название. Да? Если, допустим, вы желаете, вы можете просто покупать для себя со скидкой. Вы можете просто покупать для себя со скидкой, да. Тут вы можете выбрать какую-то фотографию красивую о продукции, да, к примеру, вы можете взять ее с официального сайта Faberlic, какую-то красивую, да. Давайте я нажму на слово акции, где-то бы ее взять, да. Так, дайте я тогда выйду, и нажму новинки. Или, наверное, на слово Faberlic. Давайте. Да, и тут, конечно же, очень много всяких картиночек, новиночек. Да, то есть вы можете легко выбрать ту картиночку, какую именно вы хотите. Да, то есть, допустим, давайте возьмем, вот, допустим, Витамания. Да, и тут мы с вами копируем ссылочку, да, то есть копировать, наверное, адрес ссылки, да. Давайте с вами попробуем. И тут мы с вами, когда выбираем файл, мы вставляем и нажимаем «Открыть». Или, может быть, можно сохранить это на рабочий стол, в свой примеру, да, то есть, ну, я вот так привыкла, да, вот, и далее, конечно же, вы можете вставить свое видео, вот, значит, я иду на свой YouTube-канал, и я рекомендую вам тоже завести свой YouTube-канал, или, например, я могу вставить свою историю успеха, да, то есть, мне не очень хочется искать сейчас, да, все это дело, я вам просто приведу сейчас пример, да, вот, давайте я сюда нажму, вот так, ссылочка, как вы видите, отобразилась, файл я, скорее всего, выберу немножко другой, потому что мне бы хотелось поменять свое изображение. Я наверняка возьму какую-нибудь такую фотографию, которая жизнерадостная, классная, с командой. Да, то есть, и вот таким вот образом, да, и нажму «Сохранить». То есть, вы поняли, вы сюда можете писать текст, да, делать что-нибудь, да, то есть, вот таким вот образом, да, то есть, также вы можете редактировать пост, если у вас, допустим, ничего там, ну, что-то не то, да, что-то не то получилось. Вот, то есть и добавлять такие посты, да, как вы видите, я название просто не поменяла, да, добавлять такие посты можно легко и просто, да, то есть моя история успеха, допустим, да, я напишу
И тут я уже вставлю ссылочку, опять-таки, на данное видео. Вот, вставлю ссылочку и спокойно отредактирую свой сайт. Так. Ага, вставляю. Ну и, скорее всего, вот даже тут можно вставить изображение, источник изображения и заголовок, да, то есть как угодно вы можете и тут выбрать файл, да, то есть вы можете делать текст по центру, посередине, можете менять размеры, можете менять шрифты, можете, да, таким образом менять надписи каким угодно цветом, да, то есть как вам захочется, то есть все, что вы хотите, да, тут вы можете делать. Да, сейчас я опять-таки постараюсь выбрать файл. Да, вот, может быть, вот так вот, да, таким вот образом. И могу нажать также «Сохранить». Да, то есть вот таким вот образом. И у вас уже тут, когда вы перезагрузитесь, будет отображаться. Да, то есть, ну, картинки не всегда отображаются, да, но смотрите, как они красиво тут. То есть блок уже абсолютно другой, абсолютно красивый, да, то есть человек нажимает, и он может, да, и он может уже увидеть, да, то есть, ну, я тут позже отредактирую, да, то есть это все можно удалить и так далее. Далее, о чем мы с вами будем разговаривать. Также пока что тут можно ничего не делать. Более, да, это все, что вам нужно знать о сайте. Вот. И также знайте, что блог, список постов, открывается только у тех, кто на данный момент по прошлому каталогу сделал более 50 баллов. Если вы сделали менее 50 баллов, то тогда у вас получается, что блог и редактировать свой лендинг вы, конечно же, не сможете. Вот. Ну что ж, с вами была Кононова Аня. Интернет-проект Faberlic Online. Все лидеры, все новички, которые пришли до вас, они, конечно же, в восторге. И, конечно же, это ваши первые шаги. Зарегистрироваться и получать регистрации именно на такой красивый лендинг. Конечно же, если вы не будете пользоваться, регистрации не будут приходить. Поэтому я желаю вам активного пользования и желаю вам удачи, роста, везения, во всем вдохновения. И, конечно же, если у вас не получится авторизоваться на сайте, то ссылку на второе видео, как попасть на этот сайт, я оставлю под видео. Ну что ж, всем пока-пока, рада была быть вам полезной.